Утеплитель с высокой эластичностью, пористый, легкий, приятный на ощупь, мягкий. Все эти строительные оды посвящены изолону, лидеру среди теплоизоляционных материалов и, как оказалось, прекрасному материалу для флористики. Изолон, который используется для строительных работ. Он бывает разного цвета. Это, в принципе, позволяет нам делать из него различные цветы, различных видов. Вот у нас сейчас здесь орхидеи, гортензии, и лилия и пионы, в принципе, из одного и того же материала. Свое увлечение Настя начала с небольших цветов для детских заколок из пластичной замши фоамирана. Белые цветы на подушке из фатина в компании блесток стали частью сценического костюма. После цветочного дебюта захотелось попробовать новые материалы, виды цветов и технологии. Прежде всего обводится шаблон, вырезается нужная нам деталь, размер. После этого материал изолон мы нагреваем на строительном фене и прикладываем его к молду, который, в принципе, оставляет все вот эти вот тоненькие прожилочки. И после мы выгибаем листик так, как нам нужно. Вырезать, собрать, затонировать, замолдить, в принципе, ну, минут 30. Но это один. Но, как правило, ты не делаешь по одному. Красавица из Юго-Восточной Азии, орхидея фаленопсис, свое название получила за сходство цветов с крыльями бабочки. В переводе фаленопсис – подобная мотыльку. Сегодня в мире больше 70 видов орхидеи бабочек. В Настиной личной цветочной селекции и гораздо больше. Например, это гигантская лавандовая орхидея с цветами размером с две ладошки. Часто путают с живыми, даже когда приходят друзья. Вот особенно первый раз, как только они у меня дома появились. Они говорили, что где ты взяла, вот особенно вот голубой, где ты взяла такую орхидею, очень красивый, необычный цвет, где ты ее нашла, я тоже такую хочу, купи мне, это я сделала. И, конечно же, всем интересно, и все подходили, щупали, трогали. С недавних пор Настины цветы еще и светятся. Первыми засияли лилии. В самом центре каждого цветка лампочка. Провод надежно спрятан в зеленом стебле, он же подставка. Потом появилось объемное панно из пионов. Крупные бутоны образуют цветочный ковер. Теперь это весенний ночник. Шар голубой и розовой гортензии отлично дружит с прикроватными столиками и детскими комнатами. Создает легкое, нежное и ароматичное настроение. А это и есть самая главная задача цветов в любое время года – радовать глаз. Thank you.